Хочу показать, не показать, а рассказать, как вяжется вот такая бахрома. Снимаю еще одно видео, там ниточка буклированная была, не получилось у нас объяснить конкретно. Вот эта вот бахрома связана на 6 иголочках через иглу. Так, вот как счетчик рядов тут показывает, я 54 ряда всего провязала. Вот на такую длину получилась бахрома. 3 петли от каретки я закрыла, связала вот 54 ряда, 3 петли от каретки закрыла, а 3 петли распустила. Сняла с машины и распустила. И вот такая бахрома на машинке на вязальной получается, не в опять. Вот она сантиметров 30 на 54 ряда получилась. Аккуратненькая. Такую бахрому связать можно крючком, привязать к изделию, хоть к шарфику, хоть к палантину. Ну, где требуется бахрома, конечно. Если захотите, чтобы я полностью видео сняла, пишите. Я сделаю полноценный видеоурок. Жду от вас заявочек. Ну вот, девочки, мальчики. Объяснила, рассказала, что непонятно, я могу написать. Задавайте вопросы. Вот такая она получается. Такая бахрома. Так. Или так. Вот. Плотность у меня на каретке была самая большая. На десяточке я вязала. Ниточки, потому что толстые. Машинка у меня вредная. Вредничает. Любит ниточки потоньше. Эта машинка новая. Ну, как она была в употреблении, но... А первая моя машина, она и толстые нитки любила. Никогда не вредничала. Ну, вот. Такая бахрома. Задавайте вопросы, я отвечу. Ну, все, пока. Подписывайтесь тоже на мой канал. Я буду общаться с вами. Опыт у меня большой, вязальщица, 30-летний стаж у меня, даже больше. В классе в 5-м, в 6-м я уже вязала своим подружкам носочки-варежки, шапочки, манишки. Тогда это было вообще модно. Не было у нас в поселке ни у кого, у моих подружек было. Ну все, до свидания.